День добрый, друзья! Продолжим наше прохождение после недельного, трехнедельного даже перерыва. Вот наш сейв номер 7. Потому что я же смотрю, что-то не то. Так, задание террора. Поехали. А, это у нас террор. Террор где-то в Австралии, чи в Германии. Вспомнил. Так, террор. По-моему, он утром происходит. Да, утром. Так, по карте мы смотрим, где мы. Правый верхний угол. О, флайер, отлично. По возможности, как вы уже знаете, надо убивать солдатами, а не танками. Для прокачки. Все-таки тени есть. Все-таки это еще не такой уж и день. Как удачно они отвернуты все в одну сторону. Как неудачно я косой. Еще и с одного выстрела не могу убить. Крутой хлопец, даже не повернулся. Опа, ни хрена себе. Вот это да. Оказывается, у нас есть безоружные. Вот это веселуха. Голова двойка. Полная веселуха. Это так само, как я вылетел безоружный. На задание. Думаю, тут была ракетница. Хотя, может, это винтовка. Плазма. Вот блин, так его никем не отстрелишь. Лазерная винтовка хороша, да кривовато. Классно будет, если у кого-то есть ракетница. Я забыл сохраниться. И он как даст с ракет лаунчера. Вот это будет весело. Весело. Блин, ножки я подвесила. Ты, мы, блин, попасть никак не можем. О, Анатолий Шаров. 80 это максимальный ОД. Но тут есть глюк в игре, при котором можно достичь любого количества. Фух, завалил с трех выстрелов. Такой слабый этот лазер. Странные ройки, короче, без этого. Без оружия. Интересно.
Во. Как минимум двоих мы спасли. И как минимум двоих потеряли уже. Зараза такая. Есть ли у вас идеи, мистер Фикс? Конечно, мистер Фикс, можно здание насквозь прострелить. Но лучше этого не делать. Что еще делать, если надо? Фей, блин. Стоёшь ты, моёшь ты. С трёх выстрелов. Там ещё и столб. О, боже ты мой. Да шо ж такое? Какой-то непрушечный вариант. Да молодец, Адам Рейнольд. Так, так, так. Где за танк? Там тебе почти ничего не угрожает. Что-то мне страшненько. Блин. Увидеть на последнем ходу это, конечно, весело. Много их тут, ё-моё. Еще за столбиком стоит. Ну что ж, всех сразу не переловишь. Как ни крути, вот этот перец мне мешает очень сильно. И оттуда я его тоже не достану.
стреляй. Ух ты, блин. Да что ж такое, четверых уже потерял. В окна заглядывает девушка. Труба какой. Плазмоганом. Крутые люди. Тяжелая плазма. Блин, там у нас безоружный. Что есть не очень хорошо. Но, в принципе, терпимо. И все-таки это винтовки. Не может быть у них столько ракетниц. Одна, по-моему, или две максимум. Так, один где-то здесь стрелял. Он там раз отнял. Как это вопрос? Пацан смылся хорошо. Не догнал он его. Так, ну настреляли мы их уже хорошо. Вопрос в другом. Как бы побыстрее туда добежать? Да еще и никого не потерять. Двигаться можно скрытно, но тогда очень медленно. Или открыто, но тогда опасно. Вот и выбирай. Исследовал отлично. Значит, из этого трофея уже можно постреливать немножко. Чуть-чуть совсем. Итак, у нас два бойца, которые никак не выйдут. Человек. Этих я отсек в этом секторе. Но там есть еще. Где-то они у нас есть. Ага, тут у нас последний двух карасей.
людей тут больше никого нету. Так. Значит, это сектор, вот этот домик двухэтажный, там заправка, или как ее называть. Это она у нас под прицелом. И говорят, кто-то вот здесь еще в кустах. Так, у тебя два выстрела. Благо мать его дать. Угу. Не благо дать. Так, ну это в принципе терпимо еще, да? Отсюда можно. В крайнем случае подстраховаться. Кто у нас тут самый дальний? С плазмогонщика меня взогрели. Конечно, ничего не ожидал. Ну, хотелось бы, конечно, поточнее выстрелов. О, прям в голову. Великолепно. Я вас холодно. Что-то он победил. Чуть, да не потерял. Так, ну ждать нечего. Штурмуем. В рукопашную. Называется, чтобы противник не промахнулся. Идем стройными рядами. Там, наверное, уже никого нету, хотя может второй этаж еще быть веселым. Опасная штука на перекрестке. Так, ну хватит. Ура! Победа! Итого, 5 человек мы потеряли гражданских, зато 10 сохранили. Молодцы. Все, 8 их было. Отлично. Свои, главное, никого не потеряли. И неплохо наколдовали себе 3 миллиона. Это у нас тут мелкие перехватчики. А здесь один ревенджер. Большой радар, не большой радар. И здесь большой радар. Так, что у нас тут мастерские?
мастерские. Ага, здесь будем изготовление делать. Денежку будем собирать. Наконец-то плазмолуч. Классная штука. Для кораблей. Надо мутона изучать, как пока мутона не изучили. Появится мозгососа. А без них не будет псионики. Очень важная штука псионика. Так, плазменный ховартанк. Это танк, который летает. Инженеров. Чего 30, в принципе, пока хватит. Я чувствую, я переоценил свои возможности финансовые. Слишком много мастерских. Так, давайте-ка мы... Корабль тут у нас, винтовок не хватало почему-то. Непонятно почему. Ладно, потому что их нет просто в наличии. Лазерных винтовок, да? Надо еще немножко. Так, и броню надо ребятам. Все у нас были с броней. Броня и лазерные винтовки. Конечно, силы слабые. Давай-ка мы отсюда вылетим, а этими пока подстрахуем. Чувствую, побьют их сейчас крепко. Thank you.
ты выпустил, и хватит. Летуны, скорее всего. Они на таких летают, урожай собирают. Сильно побитый. Ух ты, блин. Какие крутые хлопцы. Ничего, не разрядился. Опасно, если там в кустах кто-то есть, то, конечно, опасно, но что сделаешь? Солевый. Риск штука интересная. Завораживающая, так тут немного обычно летает. Это подбитые корабли. Это радует однозначно. Тишина и благодать. Никого не видать. Тут двери. Тут опасно.
с плазмогонами. Крутяки. Не, 87, да. Наполняется это было. Интересно. Раньше я помню, может это такая редакция игры, но раньше я помню, больше 80 набрать было невозможно. Потому что он... А вот это как-то я заметил. У меня там просто 40 там. Тоже удивился. Ну, думал, что-то это глюк. Но оказывается, не глюк, наверное. Раз такие пироги. Готовят в нашей столовой. То почему бы их и не отведать? Прокачивать надо. Каждый вылет что-то дает. Каждое убийство двойную порцию дает. Прироста. Так, ну пока вот рисковать не будем. Ты остался один. Можно прямо на танке въехать. Мы этого делать не будем. Где же не все? Здесь разруха. Основной реактор был взорван. Это хорошо. Это очень хорошо. Ну, этого плазма. Ну, отлично. Каждая плазма это 170 тысяч денежат. Плюс у многих есть гранат это. Никого. Блин.
главного моего кабана застрелили. Хотя, по-моему, это парализация, это не липо. Вот блин, сержант, ну ты попал. Как-то так. Такие поля опасные. Тут может в центре стоять противник, а ты его не видишь. Шуров не помер. Ух ты! Джонни. Опасный тип. Это очень хорошо, что я его заметил. Ты его... Он мог меня того. Ням-ням. Хорошо стоишь. Жаришься. Ух ты. Убегает меня быстро. Сюрприз за сюрпризом. Ладно.
Блин. И эти не готовы еще заходить, ай-яй-яй. А вот так и потерял. Ну ты косой, ребенок, вообще кошмар. Дитё просто. Вплотную не попасть, но это ж надо, блин, такое счастье привалило. Да, по-моему, я какого-то лейтенанта потерял. Или капитана. Ну, не будем переигрывать, в принципе, у нас пока запас прочности есть еще. Блин, он бегает. Ух ты, блин, ты представляешь? Чуть не попался. Их трое тут было. Опасный корабль, блин. Так и кишит пираньями. Предположительно, это уже все. Главное, чтобы было не потерять. Ага, все, и все. Да что ж такое-то, а? Откуда это? Ух ты, ё-моё. Прямо попадаю в закуточки. Ай-яй-яй-яй-яй. Надо. Сколько вас, во-первых, во-вторых, такие потери понести. Это два мертвыми, один оглушенный. Богато.
Ай-яй-яй-яй-яй. Как нехорошо. Надо медицину делать срочно. Так, ну это все. Ура. Веселый кораблик. Да, двоих потеряли. Угу, 13 пришельцев. Угу, запишемся. Веселая миссия была. Террор веселый. Что ж, продолжим в следующий раз, я считаю.